Я представляю нашого наступного почесного гостя. Це виконавчий директор Федерації змішаних єдиноборств ММА України Антон Бланк. Вітаю вас, пане Антон. Вітаю. Дякую, що завітали на сьогоднішні поєдинки, власне, на цей урочистий захід, тому що це Кубок України. І, ну, мабуть, такі найнагальніші питання будуть, власне, до вас. Як ви оцінюєте розвиток цієї дисципліни, цього виду спорту наразі в Україні? Які його перспективи? І що необхідно зробити ще у майбутньому для того, щоб він набув ще більшої популяризації? Значить, зараз ММА – це самий швидко розвивающийся спорт в світі. Это спорт номер один по темпам развития. Ну, как я говорю, каждый продукт имеет свой срок жизни. В 20 веке самый популярный вид спорта среди единоборств – это был бокс. Да? Все покупали трансляции, смотрели. Сейчас же спорт 21 века – это ММА. Ну, как вы знаете, последний поединок Конор Макгрегор, да, и Хабиб Нурмагомедов по продажам трансляций побил все рекорды, которые до этого были в принципе в единоборствах. Поэтому ММА развивается не только в Украине, но и во всем мире. И в этом году этот год очень важен, потому что две мировые федерации объединяются. И чемпионат мира, вот как раз на который мы отправляемся с 11 по 18 ноября в Бахрейне, он будет уже объединительный. То есть две крупнейшие мировые федерации любительские проведут совместный чемпионат мира. И дальше будет одна федерация, представляющая вид спорта ММА. Также планируется в конце этого года, начало следующего, чтобы ММА как вид спорта зашел в ГАИС и уже был признан видом спорта во всем мире. Ну а основная цель, конечно, Объединенная Федерация, это войти в Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе. То есть сделать олимпийским видом спорта, правильно? Да. Насколько наразі це складно и чьи якісь перешкоди? Ну, конечно, мы, тут каждый должен внести свою лепту, я имею в виду, каждая национальная федерация в мировую. Да? Поэтому наша задача сделать определенные реформы внутри страны в плане федерации. То есть много чего с объединением мировых федераций, изменятся и правила. Поединки будут уже не в ринге проходить, поединки будут проходить в клетке. Многие, немножко правила изменятся, немножко форма одежды. То есть, ну, многие реформы нам нужно будет провести. Мы уже последние полгода над этим работаем. У нас уже есть судьи международной эти категории, аттестованные Всемирной Федерации. То есть у нас в плане организации тоже постоянно приглашают наших представителей на международный конгресс. Вот, поэтому в конце года, в декабре, здесь, в Киеве, будет проведен конгресс для всех, кто ассоциирует себя с этим видом спорта. И мы анонсируем все изменения, план развития на следующий год и тренд мировой также. А у мене ще такі питання. Ви казали про реформи, про те, що будуть оголошені зміни. А, ну, будь-який спорт, вид спорту, він потребує підтримки, фінансової підтримки, підтримки партнерів. Чи будуть у цих змінах або у майбутньому, чи плануються якісь пільги для інвесторів, для партнерів, які підтримують розвиток всієї дисципліни? Я маю на увазі якісь комерційні компанії, які багато коштів вкладають у розвиток. Так, да, це вопрос дуже актуальний. К сожалению, у нас нет такой в законодательстве, пока такого нет, чтобы были какие-то налоговые льготы, да, для меценатов спорта. Мы, конечно, надеемся, что все-таки такой закон будет принят. Это намного упростит развитие не только нашего, но и в принципе спорта. Какого вида? Конечно, конечно. В данном случае, что мы можем предложить спонсорам, это реклама, конечно, потому что трансляция и мирового чемпионата, трансляция национальных чемпионатов обязательно мы делаем. И это и прямой эфир, это записи в интернете. То есть, и сейчас показатели, как раз то, что я называл, да, по поводу трансляции боя, да, Хабиба, этот вид спорта, который смотрят. То есть аудитория постоянно расширяется, и не в
арифметической, в геометрической прогрессии. Соответственно, реклама продукта, ее увидят огромное количество людей. Поэтому в этом плане мы, конечно, можем быть интересны. Як на вашу думку, чи важливим фактором є правильне інформування і розуміння ЗМІ самого виду спорту, самої дисципліни? Конечно, потому что многие еще ассоциируют нас с названием «Бои без правил», но на самом деле никогда не было «Боев без правил». «Бои без правил» — это было громкое название в начале 90-х для того, чтобы привлечь аудиторию. На самом деле там тоже были правила. Сейчас же это вид спорта под названием ММА. Как это хорошо? Микс маршал, смешанное единоборство. То есть где можно и наносить удары, и делать болевые приемы, и бороться. То есть в себя вобрал этот вид спорта как раз элементы борьбы, элементы бокса. Это все то, что мы любим, все то, что мы любили в единоборствах, это все соединило в себе новый вид спорта уже, ММА. Як ви оцінюєте, власне, сьогоднішній захід, сьогоднішню організацію, сьогоднішню підготовку самих спортсменів, організаторів і все, що тут відбувається? Ну, во-первых, прекрасна організація. Уже в этом спорткомплексе Киевское областное отделение организовывает второе мероприятие в этом году. То есть мне все очень нравится, все красиво, все четко, молодцы. А уровень спортсменов заметно, что раньше мы видели, что в ММА ребята приходили из какого-то вида спорта. Кто-то из борьбы, кто-то из тайского бокса, кто-то из самбо. Сейчас же мы видим уже новое поколение, они сразу готовятся комплексно. То есть, как это определить? По их переходам, как они от удара переходят к броску, тут же на болевой прием и обратно. То есть, они все это комбинируют, и видно, что они изначально уже готовятся комплексно. Это значит, что у нас начинают появляться тренера по ММА. Потому что раньше и тренера тоже приходили, конечно же, из какого-то вида спорта и пытались как-то соединять. Сейчас мы по этим соревнованиям можем увидеть новое молодое поколение. То есть вы имеете на увазі, что формуется фактично новая культура? Однозначно, однозначно. Это действительно новая культура. Посмотрите, как ребята себя ведут. Это и, ну, понимаете, мы должны их воспитывать, да? Это целый слой общества, который мы воспитываем. Потому что тренер, он не только учит драться, да? Он, ну, это как еще один родитель, да? То есть к нему приходят дети, он часто выполняет функции папы или мамы, или и папы, и мамы. То есть приходится многие вопросы решать, которые не смогли родители решить. Ну, не было, может, у них возможности, или нет родителей. Вот почему мы хотим вот в этом году все-таки постараться реализовать программу работы с детьми-сиротами. То есть мы хотим эту программу реализовать, пока не получается, но мы этот вопрос в любом случае дожмем, потому что мы можем дать этим детям шанс реализоваться в жизни. Через спорт также мы, конечно, будем помогать им получать образование. Вот. То есть они смогут найти себя. Это поездки по всему миру, это узнаваемость. Все смотрят на него. То есть много, много чего открывается. И мы можем это дать, и почему бы это не сделать? Власне, наступне запитання. Зараз тут, ну, вже було багато поєдинків. Скільки коштує професійний спортсмен? Скільки коштує підготовка? Якщо ми будемо ростити його з малечі? Смотрите, профессиональный спортсмен и любитель, и спортсмен-любитель. Тут давайте чуть грань проведем. Мы развиваем любительский вид спорта, да, прежде всего. Когда спортсмен переходит в профессионалы, конечно, другая меняется и подготовка, и меняется и цель, для чего он этим занимается. То есть профессионал, он уже преследует одну цель, это, конечно, ну, это его заработок, заработать деньги, да, это как он ходит на работу, да, как кто-то ходит на работу, профессиональный спортсмен, он дерется за деньги. Сейчас мы, задача федерации, развивать любительский вид спорта. То есть, конечно, многие потом перейдут в профессионалы. Ребята приходят непосредственно изначально в зал, чтобы стать когда-то профессионалом. И, конечно же, ну, заработать на этом — это нормально. Вот. Надо зарабатывать тем, что нравится делать. Да? Задача федерации любительской – это позволить ребятам реализоваться. Не только ребятам, девочкам, ну, всем, кто хочет реализоваться в этом виде спорта. Наша задача – им помочь в этом и создать все условия для этого. Для этого мы и открываем залы, проводим соревнования, находим возможность отправить спортсменов на международные турниры, да, на чемпионаты мира, Европы и так далее. Поэтому
чтобы спортсмен вышел в профи, он просто так не станет профессионалом. Ему нужно пройти определенный путь, ему нужно пройти много соревнований, сделать много ошибок. У него должен быть зал, где он тренирует, тренер, кто его тренирует, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если все это считать, то, конечно, опять-таки, нужно понимать, если мы говорим уже о профессионале, который уже закончил любительскую карьеру, перешел в профи, то тогда у него уже идет непосредственно подготовка к бою. Его затраты – это затраты на подготовку к бою. Поэтому тут надо нам определиться. Ну ось мені цікаво, як, скажімо, пересічній людині, як відбувається власне підготовка до бою і скільки це коштує? Ну, на що йдуть такі основні витрати? Для спортсмена-любителя это понятно, ну, какие-то расходы на зал, да, наверняка, да. Потому что тренера большинство, они, это их работа. Он приходит, он целый день со спортсменами проводит, еще с ними на соревнования ездит, и так далее, и так далее. То есть понятно, что если тренер будет там где-то работать на другой работе, он не будет достаточно времени уделять спортсмену. То есть понятно, туда должна входить зарплата тренера, это опять-таки аренда зала, свет, вода и так далее, и так далее, и так далее. То есть, конечно, хорошо, если получается, допустим, это ДЮ США, да, вид спорта включить, да, чтобы где-то была помощь государственная в этом. Тогда, конечно, многие расходы снимаются и снижаются. Вот. Конечно, витамины, врач, восстановление, то есть это массаж часто. Если мы берем уже спортсмена, мастера спорта, да, кто или в сборную Украины входит, то есть, конечно, обязательно массаж нужен, витамины, то есть питание, и хотя бы нормально питаться нужно. Я перепрошую, а чи має значення, власне, фізичний ресурс організму? Звісно. Якщо фізично не готов чоловік, чим він буде робити техніку? Якщо у нього немає сили, немає виносливості, він може знати всю техніку, але він просто фізично її не зробить. Буде інший спортсмен, більш фізично крепкий, просто знесе його. Тому, якщо розглядати підготовку як піраміду, то основання піраміди – це обща фізична підготовка, ну і спеціальна фізична підготовка. Следующая ступенька – это техника, то есть есть чем делать, нужно знать, как применять эту силу. Оружие спортсмена – это его техника, да? Это то, чем он сражается. Ну, а вершина пирамиды – это уже тактика. Выходят два спортсмена, оба физически готовы, оба технически готовы. Кто победит? Кто правильнее выстроит тактику на бой? Ну, это как игра в шахматы. А тут выступали девчата. Как вы оцените жінок у цього виді спорту? Ну, женская ММА любительская достаточно недавно была включена в программу. Это буквально получается позапрошлый год, да, 2016 года. Но вот в Объединенной Федерации мировой, там уже 6 весовых категорий. То есть сейчас на чемпионат мира у нас 6 девочек полетят во всех весовых категориях. Конечно, мужской ММА чуть-чуть любительский, да? Он чуть-чуть впереди, но я думаю, что это достаточно популярно среди девочек. То есть я думаю, что скоро будут наступать на пятки. Чего хочете сегодня всем побажать? Я хотів би побажати здоров'я. Це прежде всего. Здоров'я – самое главное. То есть, любые ваши спортивные достижения должны вы при этом сохранять свое здоровье. Следить за ним, проверять обязательно. Это самое важное. А организаторам турнира чего хочете побажати? Я хочу пожелать, чтобы они такие турниры проводили как можно чаще. Спасибо.